все достаточно. Достаточно 21 бросок. В принципе, все попадали в створ. В створ полуметровой мишени. Тренировка, упражнение, дуэль с дистанции 3 метра. Здесь вот очки набирать не надо. Здесь основное скорость. То есть на скорость нужно воткнуть нож. Значит, с дистанции 3 метра. Мишень диаметром полметра. То есть главное, ну, быстро бросить.